чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. С 18 по 20 июля 2014 года в Ульяновской области прошел первый этнокультурный туристско-спортивный фестиваль «Эстафета по Цуре из прошлого в будущее». Основными задачами были популяризация Ульяновской области как зоны экологического, историко-географического, этнокультурного туризма, развитие западного социокультурного образовательного округа Ульяновского государственного университета, возрождение и презентация национально-культурных традиций Присурья, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культуры и здорового образа жизни среди населения. К проекту присоединились ведущие туристы области, водники, пешеходники, велосипедисты. Подключился Маинский детский дом и служба судебных приставов. Велосипедные, марафонские, водные маршруты фестиваля проходили по территории трех районов. Они пролегали в селах Коржовка, Дракино, Новосурская, Стрельниково, Ростиславовка, Беловодье, Голышевка, Горенки, Котяково, Кадышево, Кирзять и районный поселок Сурская. Команда научно-исследовательского института культуры и истории Ульяновской области подготовила брошюру об истории сел, через которые пролегал маршрут экспедиции. Их раздавали местным жителям, чтобы они могли поближе познакомиться с прошлым своих населенных пунктов. Проект решал еще и просветительскую задачу. Начало действия прошло в Корсуне, на центральной площади. Здесь собрались дети, школьники, жители со всего муниципального образования и немало гостей. Представители клуба «Моржей» Улгу, областного туристического клуба, студенты и преподаватели Улгу. Символично, что фестиваль стартовал именно в Корсуне, многонациональном крае. Здесь живут русские, мордва, татары, чуваши, армяне, есть представители и многих других народов. Корсун, по словам губернатора Сергея Ивановича Морозова, душа Ульяновской области, обитель живой старины, культуры и традиции. В самом названии фестиваля ярко звучит тема «Развитие территории на основе сохранения исторического, культурного наследия, который мы должны бережно передавать из поколения в поколение». Фестиваль собрал людей разных возрастов, национальностей, профессий, но увлеченных одним стремлением, одной идеей – изменить мир вокруг себя, чтобы он играл новыми красками, разбудил воображение и чувства, рождал новые проекты. Прошлые века судоходная река жила полнокровной жизнью, служила людям. Сегодня, по сути дела, фестиваль дает второе дыхание нашему Посурью. Я уверен, что в ближайшем будущем в фестивале будут участвовать и другие регионы России, и он станет позитивным брендом Ульяновской области. Ведь я родился под плеск Сурской воды, обдуваемый с младенчества сурским воздухом, живительным воздухом. На берегу Суры учился в техникуме в Сурском, ходил по лугам раз или два раза в неделю, мимо знаменитых озер. Поэтому мне приятно, что организаторы вот этого фестиваля посвятили священной Суре. А вас еще раз поздравляю. Да здравствует Сура! Да здравствует Россия наша великая, единственная, которая нуждается в таких заботах, которые вы сегодня проявили. Данное мероприятие давно планировалось его провести, но мы к нему пришли все-таки. Я надеюсь, что сегодняшний фестиваль туристический станет не только отправной точкой, но и будет проводиться ежегодно.
В торжественной обстановке флаг фестиваля подняли руководитель Центра патриотического воспитания Корсунского района Борис Александрович Котельников, чемпионка России по марафонскому бегу среди ветеранов, работница Ульяновского механического завода Мария Анатольевна Кислевич и самая маленькая спортсменка Мария Чеглякова. Песнями зрителей порадовали вокалисты Корсунского дома культуры, исполнители Уразовского и Белозерского дома культуры спели песни на татарском и чувашском языках. Завершилось действо большим красочным представлением с участием местных волонтеров и детей. После обеда в селе Коржевка Инзенского района прошла праздничная программа «Священная Сура», по окончанию которой был дан старт велосипедистам и марафонцам. Бегом и на велосипедах маршрут пролегал через села Дракино, Новосурское, Стрельниково. Участники фестиваля проследовали в Беловодье, где их ждали местные жители. Здесь каждый из участников смог восполнить силы и попробовать выпечку, попить ароматного чая из самовара. Далее путь следования пролегал через Голышевку, Горенки и Котяково. Везде марафонцев и велосипедистов ждало гостеприимство и уважение. Во всех селах в программу было включено возложение цветов к обелискам воинской славы. На протяжении всей дистанции проходила эстафета с передачей настоящего олимпийского факела «Сочи-2014». При впечатляющем колорите местной природы она смотрелась весьма эффектно. Промежуточной точкой следования спортсменов стало село Кадышево. Завершился этот день прибытием участников фестиваля на берег реки Суры, где располагался туристический лагерь. Наконец-то среди благоухающей палитры луговых трав и цветов участники смогли расслабиться, отдохнуть. Попробовать кашу из полевой кухни. Первая половина следующего дня вылилась в грандиозный сельский праздник, в котором приняли участие более 300 человек. Со сцены звучали песни многочисленных исполнителей, а рядом с ней показывались танцевальные номера. Посетил лагерь Стенька Разин со товарищи, дружина Рысь. Ох, и много он поведал о своих удалых походах, как бывал в этих завораживающих своей красотой местах. Вообще, выступление стрельцов вызвало всеобщий интерес. Ночки с любимыми докоротать, ночки с любимыми докоротать. С самого утра следующего дня профессионалы и любители водных видов спорта стали готовить к сплаву по Суре байдарки, катамараны и лодки. Выстрел стартового пистолета открыл новый этап фестиваля. По правому берегу Суры, там, где проходили войска Степана Разина, двинулись велосипедисты. По левому берегу, где ходили паломники на Никольскую гору, отправились пешие участники. А по Суре на челнах отправилась дружина Рысь в казацких костюмах. Байдарки, а за ними не меньше 150 пловцов-моржей. А уж потом катамараны с туристами-водниками на борту вниз по течению до села Кирзять. Участники за 1.5-2 часа прошли около 7 километров и прибыли в село Кирзять, где устроили большой лагерь «Бивак». Это село – одно из самых первых русских поселений в этих краях, которое на 34 года старше Симбирска. Напомню вам, что 16 век был веком тяжелым, был веком царства Ивана Грозного. Московское царство было окружено врагами, и у нас пропадали очень многие земли. А при Суре было, по сути дела, заброшено, потому что у него было много врагов. И царь Иоанн IV Васильевич, в народе прозванный Грозным, повелел собрать стрельцов, служилых людей и лихих казаков, по Суре пустить казачью разведку, находить места, где можно строить крепости и городки сторожевые, населять людом, работным, крестьянами, ремесленниками, купцами. Поэтому все мы здесь присутствующие, я в том числе, вы сурчане, тут рядом с Волги, все мы потомки казаков и стрельцов Ивана Грозного. Кирзять была когда-то тем форпостом, откуда русские казаки отправлялись осваивать земли будущего Симбирского края. Туда подъехали студенты факультета культуры и искусства УЛГУ, певцы и танцоры, которые вместе с местными коллективами дали большой концерт. Каждая сельская улица подготовила свои фольклорные номера. Отрадно, что фестиваль поддержали местные спортсмены и туристы. Например, всю дистанцию пробежали легкоатлеты во главе с преподавателем физической культуры Корсунской средней школы Барындиным. Расстояние преодолели и велосипедисты под руководством офицера Корсунского кадетского корпуса Лукьянчикова.
Высокую активность показали коллективы районной детско-юношеской спортивной школы и станции юных туристов. Главы и специалисты городских и сельских поселений, работники культуры, хозяйственные конторы, здравоохранения, полиции, пожарной охраны, МЧС и многие другие сделали все, чтобы праздник не просто состоялся, а стал большим и запоминающимся событием нашей земли. В последний же день фестиваля перед участниками стояла более сложная задача. Предстояло преодолеть расстояние в 14 километров, почти в два раза больше, чем накануне. Повсеместно участников встречали хлебом с солью, и было просто поразительно, насколько искренне радуются сельские жители, что маршрут экспедиции прошел именно через их населенный пункт. Финиш на Сурском пляже был красочным, такого массового заплыва Сура еще не видела. Первыми добрались участники велосипедного и пешеходного маршрутов. Спортсмены в водных видах спорта финишировали на час позже намеченного времени в связи с сильным встречным ветром. Но вот на горизонте показались долгожданные лодки и пловцы, их встречали сурчане, а также участники фестиваля, прибывшие ранее. Гостям преподнесли хлеб-соль. Люди, здравствуйте, люди, здравствуйте, на земле своей государствуйте, на земле своей государствуйте. Спасибо. Добро пожаловать на нашу сурскую землю. Это сплоченность. Очень хорошо то, что объединение народов, то есть не только русские, татары, чуваши, все-все-все объединили всех национальностей. Мы вспоминаем наше прошлое, то есть тем самым, думаю, строим наше будущее. Самая главная задача нашего фестиваля – это было возрождение духовных традиций нашего региона. Мы должны гордиться нашими предками, помнить о том, что они сделали для нас. Вот. Мы гордимся нашим регионом, нашими людьми. В августе в Ульяновске состоялся большой фестиваль национальных неолимпийских видов спорта, и Сурский фестиваль, по сути, передал ему символическую эстафету, став этапом его подготовки. На будущий год программа будет расширена, местами скорректирована, но суть ее сохранится. Более того, планируется создание туристско-спортивно-оздоровительного кластера, разработать постоянно действующие маршруты по Суре, а также систему вовлечения молодежи, занятия физической культурой и туризмом. Эти предложения местные руководители поддержали. Места здесь очень благоприятные для этого, исключительно красивые, такие, что Швейцария отдыхает. Конечным пунктом маршрута была знаменитая Никольская гора в поселке Сурское. Что может быть лучше России? И речки, что лентою синей, лежит на зеленом лугу. Спросите у рощи весенней, где ночью не спит соловей, что может быть лучше России, единственной песни моей. Что может быть лучше России, когда не грустя ни о ком, по утренней громке расистой мальчишка бежит босиком. Спросите у белой березы, у ясного неба над ней, что может быть лучше России, любви безграничной моей. Что может быть лучше России, когда на сентябрьском ветру в малиновой краске осенней роняет листву поутру. Спросите у душ поднебесных, у желтых созревших полей, родимой отчизны моей, что может быть лучше России, судьбы.